Оперативная информация о том, что некий коммерсант занимается незаконным ввозом золотых изделий из Турции, к специалистам службы экономических расследований поступила в конце прошлого года. Сообщение о возможной контрабанде было взято в разработку, и спустя несколько дней злоумышленник был задержан. При проведении оперативно-розыскных мероприятий совместно с погранслужбой Комитета национальной безопасности был задержан гражданин Уразбаев, у которого при досмотре из трех чемоданов были обнаружены ювелирные изделия из золота. При этом он в своих декларациях указал лишь 86 килограммов. Позже экспертиза установила, что под видом серебра задержанный пытался провести более 28 килограмм золотых изделий. Стоимость более 13 тысяч незадекларированных ювелирных украшений составила почти 1,5 миллиона долларов. Товароведческая экспертиза потратила почти полгода, чтобы установить точную цифру. По приговору суда весь товар был конфискован. Согласно судебно-экономической экспертизы, сумма товароведческой экспертизы, сумма недекларированного товара составила более 429 миллионов тенге. Общая сумма конфискованного товара составила 478 миллионов тенге, которые по приговору суда было обращено в доход государства. Помимо этого, коммерсанту пришлось заплатить штраф в размере 1000 месячных расчетных показателей. Всего же с начала года в таможенной сфере на территории области завершено расследование 103 уголовных дел. Возмещен ущерб на сумму 4 миллиарда 100 миллионов тенге. Даниар Худайбергенов, Константин Исупов, Роман Примкулов. Информационная служба телекомпании «Отрар».